Мы вот так вот таким вот образом проснулись. Вчера приняли решение приехать и встать сюда первой машиной, потому что сказали, что может быть большая очередь из фур. Ребята остались там. Они собираются. А мы с Антохой здесь в двухсотике легли спать под наблюдением вышки. И прямо под носом у пограничников. Вот пограничный пункт Хандыгайты. Только проснулись, сейчас надо идти умываться. Надо идти вставать, в общем. Вообще, всем доброе утро. И начинается новая серия, погнали. Там спалось. Я весь мокрый просто, может быть, супер не этот самый. Ничего как бы не отрегулировано, температура супер жаркая. Короче, в палатке хоть холодно, но в спальнике именно вот так, такая, какая нужна температура. А тут ужасно. Поэтому я люблю спать в машине, но немножко при других условиях, с женой как-то там. Ты слышал? А с Тохой-то что спать? Жарко и все. Как тебе спалось? Я не выспался. А? Не выспался, музыку опять качал, чтобы мы потом не сдохли от одних и тех же трюков. Вся команда в сборе, ребята пришли из дальнего лагеря, они этой ночью охраняли крайние границы нашей республики. Дальние подступы, да, ближних границ. Все, мы все в сборе, сейчас заезжаем на КПП, там снимать не буду, потому что в предыдущий раз это плачевно закончилось в Казахстане, вы помните, там казахские начали выпендриваться. В общем, если вы поедете в Монголию через ТВУ, да, то имейте в виду, пункты пропуска работают с 8 утра до 6 вечера. Если вы приедете сюда позже, чем 6 вечера, то у вас запросят обязательно разрешение на нахождение в приграничной территории. Поэтому будьте к этому готовы. Вот. И с утра занимайте место. Хотя нам сказали, что будет огромная вереница машин, в частности, машины, которые везут топливо, но... 4 машины сзади, поэтому можно было прям так экстремально сюда не телепортироваться. Но зато мы первые в очереди, тоже приятно. Короче, сейчас нам на КПП сказали, что на выезде через Кошагач в сторону Алтая закрыли КПП из-за вспышки чумы. Что-то ситуация такая не очень хорошая, поэтому сейчас узнаем, что там, есть ли вспышка чумы, нету, закрыт ли КПП, открыт. Что-то думать по этому поводу. С местными контактировать явно не будем. Теперь все половые связи только внутри группы. Россию проехали, подъезжаем к Монголии. Кстати, мы позвонили только что в Кошагач, сказали, все нормально у них, там вспышки никакой зарегистрированы, на территории не было, поэтому едьте. Но теперь будем действительно с местными не контактировать. Всего хорошего. Пока. Слушай, уже не первый раз спрашиваю тебя. Ну что, мы въехали на территорию Монголии, сейчас 9:30, полтора часа нам понадобилось, чтобы пройти две границы. Кстати, монгольские пограничники и на въезде, и на выезде спрашивают сигареты. Ну, это обычные военные ребята там стоят, поэтому, как и все солдаты, они хотят... На нашей границе необычные военные ребята стоят. На нашей границе стоят пограничники. Они необычные. Ну все, мы на территории Монголии. Сейчас остановимся. Выйдем за территорию, за эту приграничную. Сделаем покушать и двигаем дальше. Не забываем про сусликов. Очень опасно. Кстати, через российскую границу можно провозить всего 10 литров топлива. Мы провезли 30. Ну, это на свой страх и риск, потому что если как бы они все-таки докопаются до вас, то заправляться на месте нельзя. Придется либо выливать, либо оставлять канистру, либо выезжать из КПП, там заправляться и после этого уже заезжать обратно. Поэтому имейте это в виду. Чтобы не нарушая, лучше вести десяточку. Чем хороша Монголия, что можно отъезжать куда хочешь, и мы опять не сделали исключения. Там идет дорога, мы просто проехали по вот этой степи, поднялись на какой-то из холмов. Сейчас здесь поднимем коптера, сейчас здесь
приготовим наш завтрак, покушаем и едем дальше. У нас сегодня впереди Хофт, нужно доехать, сдать документы на разрешение. И завтра хотим поехать в пограничную зону, в сторону с Китаем, чтобы порыбачить. А вот такие вот находки здесь мы нашли. Гильза. Кто знает, от чего эта гильза, напишите в комментариях, очень интересно. Не приготовили только что покушать. Кушали, ребята вот уже поели. Я сейчас буду кушать. А вы задавали вопрос, что мы кушаем? Каши Быстров, ребят, вот такие каши, супер удобная штука. Запариваешь их штучки две и съедаешь с медиком. Вот. Все очень просто и очень вкусно. Основные прелести Монголии. Едь где хочешь. Хочешь налево, хочешь прямо, хочешь направо. Везде хорошо. Главное только в ров не попасть в какой-нибудь. А остальное все мелочи жизни. Мы остановились в таком красивом месте. Посмотрите, как дорога уходит туда. И хотим сейчас здесь сделать несколько красивых фотографий для вас. Просто красотища. Съехали с асфальта. По гравичке наша скорость около 40 километров теперь. Вместо 120. Вот такая пылища. Дорога абсолютно непонятная. Едь куда хочешь. Есть пробки из машин, а тут пробки из вот таких вот козочек. У них, наверное, козий сыр есть. Давайте зайдем, козий сыр спросим. Думаю, нас не расстреляют же. Голод вообще должен быть дружелюбный. Там собака. Даже не знаю, идти, не идти. Здравствуйте! Козий сыр. Вот, козы? Спасибо. Сыр. Есть козий сыр? Купить хочу, купить. Есть? Ну, пробуем. Как пармезан. Козий? Угу. Да? А это тоже козий? У вас козий. Угу. А нету верблюжьего? И масло. Нет, верблюжий есть? Верблюд с двумя горбами. Сейчас нарисую верблюд. Верблюжьего нету, вот такого. Вот. Нет. Нету? Хочу верблюжий. Это как пармезан, кстати. Вот. Ну взять, не взять? Давай маленький кусочек. Он есть у нас. Давай возьмем. Давай. Попробовать чисто. Кенгуру. Один вот такой. Вот так. Ну так. Тебе. Спасибо. Нормально? Да. Ну все. Отдаю. Все, спасибо. Давай. Пока, спасибо. А ты уверен, что курс нормальный? Да. Но я могу сказать, что это не очень вкусный, но он зато просто натуральный. Они просто из молока взяли. Это просто молоко. Сушеное молоко, грубо говоря. Да. А мы позже возьмем козе, другого как пармезан. Это тоже нормально, но немножко. Ну вот в общем, от чего умру только я. Я его съел уже такой же кусок, пока выходил.
Смотрите, как круто. Солнце и снег идет. Блин, вообще кайф. Ну что, мы отъехали уже от границы, проехали где-то примерно километров, может, 60, и первый какой-то перевал. Вот примерно так он выглядит. На каждом перевале в Монголии есть, на одном из самых высоких мест, где проезжает перевал, вот такая вот обычно мандула, всегда навязана веревочкой, куча камней, и посмотрите, какая красота. Здесь красиво, но это еще не все, пойдем сюда. Самое главное находится там. Вон они, корабли пустыни. Где мы едем? Хрен знает, где мы едем. Вот все вокруг вот такое вот. Нам просто понравились вот эти горы, и мы захотели забраться на них. Я думаю, что у нас это получится. Вопрос просто как? Думаю, что весело. В общем, антибукс, антиюз у машины стал срабатывать, потому что вот такая вот, видите, гребеночка везде. Соответственно, да, сзади вообще красота. Соответственно, мы сейчас включаем. Давайте я пойду вперед и сниму, как вы поднимаете. Сейчас давай. Включаем понижаечку. Давай, выходи. Давай. Вот так все. Теперь у нас все включилось. Здесь все видим, там все видим. Погнали. Все-таки есть небольшой предел для нашего стандартного Land Cruiser. Вы можете посмотреть просто, куда мы забрались, на какой высоте мы находимся. Ну тут просто все, дорога уже очень скользкая, снег, поэтому он просто на нашей летней резине уже не может ехать. Вы сами можете посмотреть. Вот такая вот грязь. Ну что это за резина? И то, смотрите, куда он нас завез. Ходили передние права к лесу. Яма. Доруливай. Газу. Хорош. Все, забрались, да? О.
взяли шоковый путь. Ну что, у нас тут под наклоном все, поэтому сейчас нужно еще придумать платформу, чтобы поставить там крат. Вот, делаем такие вот образы. Короче, колесо поменяли на все про все где-то 20 минут, пока выставляли машину на склоне, потому что здесь тяжело, сами видите, ее просто тянет. Задом кое-как съехали. Сейчас будем съезжать мордой. Думаю, что будет немножко полегче, но тем не менее. Главное, вот об этот скальник, он очень коварный, блядь. Главное, об него не порезать остальные колеса. Сейчас аккуратно вот там, где дерево, спускаемся. Там вроде поменьше его. Все, едем, ребята, едем. Нам вперед еще ехать, а мы тут, конечно, фоточек крутых наделали, но... И сейчас доверились полностью технике, абсолютно, вот она за нас сама все делает. Я думаю, что колеса точно останутся целые тут. Едем, в общем, вниз. Все, вот до ровной, до тут доедем, и там уже заберем управление. Ну, тут можно подкручивать, делать чуть больше, чуть меньше, сейчас делаю чуть побыстрее, чтобы ехал. Здравствуйте! Здравствуйте, товарищи! Как приехали? Хорошо? Молодцы! Вы откуда, куда? Улан-Гуам. Улан-Гуам? Ага. А там сейчас какой будет населенный пункт поблизости, ближе всего? В ту сторону? Ну ничего, нормально все. Не-не, какой, что самое близкое будет? А там Котогор, это угольный. А этот, как он называется? Котогор. Не-не, нам нужен этот, Баян-Ульгуй. Баян-Ульгуй? Да. Энергию. Долго ехать? Долго ехать. Сколько? 150. 150 километров, да? А сколько по времени? Часа два, наверное, да, где-то? А то и три. В общем, плохо там. Вот такая дорога? Такая, каменная. Да, да, мы уже колесо одно пробили. А, все нормально? Ну, все, запасок нет. Запас есть? Нет. Ай, к сожалению, там хотор есть. Шиномонтаж. Шиномонтаж. Здравствуйте. Да, мы фильм снимаем. Удачи вам. Счастливо. Хорошо. Счастливо. Да. Спасибо. И вам тоже удачи. В общем, пока Ваня, как обычно, из сухой каши, да, чуть-чуть? Да. Ну, чуть-чуть. Ну, не, подожди, а это не здоровался. Тоже, блин. Сначала говно, это ваша сухая каша, говно, а потом хрясь так. Смотрит Ваня точно сухую кашу, а он... Влад, что делаешь? Не, жрать просто очень хочется. Давай. Смотри, какой вид, да, красивый.
так вот люди и живут. Теперь посмотрите на то, как они живут, и оглянитесь вокруг, как живете вы. И скажите себе, что вы живете очень хорошо, и хватит ныть, что вы живете хреново. Вон пацана. Здорово, пацаны! Здорово, здорово! Привет, привет и тебе. Когда жил в деревне, всегда было прикольно, если мне машут. Вот что еще для счастья надо? Найти магазин нам нужен для счастья, купить воды, обломашек каких-то и ехать дальше. Че ты ругаешься, ты такой? И Маша может по стулу ходить. Короче, ребят, если бы я знал, как выехать, то я бы уже давно выехал, вот так вам скажу. Я понимаю, что мы... Вот там бензозаправку я вижу, это уже хорошо. Административные здания должны быть где-то слева, всегда в центре поселка. А, у них тут угольный вон разрез, смотри, они уголь отсюда возят. Здравствуйте. А есть магазин у вас здесь? Вот там? А банк есть? Есть банк? А работает еще? И магазин не работает? Ладно, сейчас глянем. Хорошо, спасибо. Привет. Привет. Слушай, а работает магазин какой-то? Магазин? Да. Здесь. Вот этот. А банк закрыт уже? Банка. Кутес. Банк работает? Окно открыто, может, работает. Открыт он, не знаешь? Открыт? Нет? Все закрыт? Тайм. А, все уже. Хорошо, ладно. Спасибо. Спасибо. Только что хотели обменять по курсу. Какой получается еще раз курс? 3000? 3000 умножить на 40. 12. Ой, 120. 120. Так, ладно, сейчас выбираем, что нам. Вода есть? Вода. Вода есть. Да? Пиво вижу. Вода есть. Это вода. Ага. Это не минеральная. Нету. Газ. Не мирально. Обычное. Газ не газ. Хорошо, все, обычно. Взяли. Нет, газ. Все, эту воду забрали. Привет. Как дела? Здравствуйте. Кто заправляет? Там семья такая, смотрите, насос, там подкачка какая-то. Дизельного? Дизельного, да. А не больше, раз, два, три, четыре, пять. Не больше пяти, ну сколько влезет? Сколько влезет? А карты не принимаете? Карты не принимаете? Нет? В общем, вы сами все видели, одни уехали, вторые уехали, все, заправку закрыли, мы успели заправиться вообще каким-то чудом, и теперь у нас есть топливо, и мы можем ехать дальше. Ехать нам еще километров 150, это где-то часа 3, напомню, мы находимся сейчас только где-то здесь, а у нас уже столько было приключений, вот такой небольшой отрезок. Впереди еще Монголия, Горный Алтай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и финиш России.
Веселье только начинается, погнали. Цивилизация, мать ее, мы выехали. Сколько мы ехали? Сейчас у нас 9 часов, а мы выехали во сколько? В 11 утра от границы. А вообще стартовали в 8 утра перед границей. То есть итого мы ехали до хрена часов. Не буду слепить, цивилизация ж не светит, не слепят. Вот. В общем, сейчас будем искать гостиницу, останавливаться, а завтра определимся с дальнейшим планом движения. Такой контраст вообще. Да? Ага. Мороженое. Пряники. Ярославские. Типа, короче, так все круто, да, прянички. Я такой только их хотел взять. А тут что? А тут муха всем привет передает. Я как бы даже передумал. Это Монголия, друзья. Там вот по вот этой улице. Это тоже идет. Это тоже идет. Тут Талбай. Центр. Хорошо. Спасибо, сейчас найдем. В общем, приехали в Угли, сейчас заселяемся. Номера есть, сейчас пойдем посмотрим, что за номера. Единка вроде, да? Wi-Fi, все дела. Ого, вообще. Завтрак утром у вас. Во, отлично. Отлично. Вот такие две нам нужны. Так, ну что по номеру, ребят, это вообще вышаг. Душ, мы наконец-то помоемся. Две нормальные кровати, столик рабочий, все вообще по фэншую. Золотая вот такая вот сорочка у Вася. Короче, круто. Все, переодеваемся. В душ моемся, кушаем. И там уже дальше будем загружать фото и видео для вас.